вот он. То, что улетело, у нас сколько? 9 кораблей, ни один крейсер. У него пара одинаковых, крейсеры подвозились. Если не... Плюс 6, а у нас 10. Ну, понял, что все. Но все равно это дается. Ну, съест какое-то количество фрегатов. Допустим, 4, да. У нас останется 5. Ну, а тут... Так вот до конца придется. А мы заново ужаться. Тогда мы уже бомбы выиграли. Пиарица, розовая пиарица. Не, так он бы десантная корабли на самом деле своих. Но сейчас не будут их давать. Надо не дать ему наступить сюда. Ну пока то есть туда-сюда его базу поставили. Мы же думаем типа. Шансы приемлем, но и почему максимум. Конечно, типа его посадили. Ну, ванпост у нас когти, короче. Сейчас мы на него будем тащить, если он провал. Ну потом можно не вступать в позиции. То есть если он вернулся в систему, мы. Ну он спровоцировал, но так было. Ну все он так думал. Был рад. Тюрьмы. Не знаю. Кое-что. Что у нас? 5 и 3. То есть они предлагают смять. А тут лоб-лоб. Или взять 2. С крейсером на крейсер. Ну 5 точно не видно. Но он тяжелее маневрирует. Да. 487 очки прочности самого уровня. Крейсер дадут. Фрегат 142, но так как 280, ну и снизу собрал 250 240. А вот лидерские корабли вот фиолетовые, их ужас. В общем, лучше вперед послать вот эти. Но мы не вперед совсем, иди сюда. Значит, лидера прикроют крейсером. Ну, чтоб не шишаться, он последний. Есть построение все. Роль снайпера для дальнего боя подходит медленно к кораблям, наносящим урон из тыла. Мало и средний дальность. Быстрых ударов и контрацепления. Ну, он контрите, типа, улетает, но непонятно, как это. Перестрелка, ну, перестрелка еще. И стыл, как никакого-то. А если он не за нами стоит.
какая нам разница тут особо нет, вот отсюда русская. Вообще не думаю, ну перестроение, да. Этот. Потому что скорее всего вообще не стоит. Там вообще вам идти сюда куда. Наши вот эти два встретились. Крися будут наверное пациентов сопасти не разделить или куда-то подкрепить. А те попытаются зайти. Или мы вообще за них зайдем. Ну выждем. Ну все равно как будто на флаг в тыл с левой стороны зайдем. Они не вместе. На их сиденье вот тут. И собрать сет из сферы тоже сет. А мы или сюда будем, да, мы сюда будем. Не, ну просто посмотри, как они летают. Полетели. А куда? А Крис решил контратаковать. Так можно ему поставить это. Не, у него должно вот это стоять. Ну пускай подпровоцирует. Ну ему же было. Тогда он так вот поймется. Но не хочет. Ну и они тоже что-то выстрелили. А, и у них здоровье тенера выпустили с ними. Краснозал. Вы не знаете вообще. А что ты сюда, а ты кто? А вот Филитос это вот здесь, а эти двое. Сюда, туда, вот так вот. Здесь. А эти вот эти, они потом вернутся сюда. А эти будут, ну, уходить. Ну, они мы сами сюда полетят, то и вернутся, например. Угу. Отдать им цель какую-то. Ну, вот это им... Это что по силам компетентно, это он может отдалить. И с ними, ну что втроём. Можно их посмотреть. Ну, надеемся, что ничего. Непонятно куда они, к нам или... Перевести, но, кажется, тоже будет. Выстрел, контур. У нас только один шаг. Там он не пройдет, это... Штука. Запрыгнуть только, ну пойти на риск. Сюда. Вот. Еще. И сюда же мы укажем. Когда готов вообще. Ну там уже кого-то смещет. Куда непонятно, сори. И он тоже подпадает, когда нам лучше